13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно и динамично развиваются. Глава государства с удовлетворением вспомнил о своих недавних встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Астрахани и Минске, отметил, что регулярно проводятся встречи на высоком уровне. Подчеркнув, что успешно развиваются связи в политической и экономических сферах, президент Ильхам Алиев отметил значение сотрудничества в военной и военно-технической областях с точки зрения расширения двусторонних отношений. Глава государства отметил, что визит делегации во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в нашу страну предоставит хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества в военной и военно-технической областях и выразил уверенность в том, что этот визит будет продуктивным. Поблагодарив главу государства за сказанные добрые слова о развитии двусторонних отношений, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил значение встреч на высоком уровне, проведенных в Астрахани и Минске. Сергей Шойгу подчеркнул значение принятых решений о сотрудничестве на Каспийском море. Подчеркнул, что военное сотрудничество в бассейне Каспийского моря успешно развивается. Министр выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча также послужит делу дальнейшего расширения наших связей в будущем.